6 декабря состоялось открытие третьего международного театрального фестиваля «История государства российского, Отечества и судьбы», посвященную 250-летию историографа Николая Михайловича Карамзина. Одна из участниц, актриса Пензенского драматического театра имени Луначарского, заслуженная актриса Российской Федерации Галина Евгеньевна Репная, сегодня у нас в студии. Галина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Пензенский драматический театр имени Луначарского уже не первый раз участвует в международном театральном фестивале «История государства российского, Отечества и судьбы». Ваши впечатления от первого дня третьего фестиваля? Ну, мы приехали только вчера, как бы были на открытии фестиваля, посмотрели, все очень славно, все очень красиво, и просто волнительно после такой шикарного открытия, просто всегда боишься, как бы, потому что мы в малом зале, и хочется соответствовать. Ну, вот как вы считаете, вот такие фестивали, они должны проводиться, они нужны актерам? Я думаю, да, это не только актерам, конечно, нужно, это и актерам нужно, и зрителям нужно, и вообще народ, чтобы знал все великие даты, вообще знал своих великих людей. Конечно, о Лермонтове, о Карамзине, о Пушкине. Вот «Капитанскую дочку» когда вот прочтет, например, ученик? Да. А вчера посмотрели, и классно так. Может быть, даже и читать не надо для некоторых. Ну да, она немножко такая современная. Ну, она современная, да, но все равно-то это самое, сюжет-то поняли. Расскажите о постановке, которую сегодня увидят на малой сцене наши зрители, вашей постановки, вашего театра. И в какой роли вы предстанете перед зрителем? Мы привезли, прошлый год привозили, как он назывался-то спектакль, что-то я забыла. «История одного преступления», вот, но я там не была занята. А сегодня мы привезли «Путь левой руки». Это Михайлова написала, автор Михайлова, это о бабушке Лермонтова. Все наше пензенское родное мы привезли показать, да, вот эти наши тарханы. И вообще мало кто знает о бабушке Лермонтова. Да, в основном читают автобиографию Лермонтова, что, как, вот, Пятигорск, где его убили, потом и так далее. А здесь именно о бабушке Лермонтова, как она любила, как она своего Мишу, почему вот такое произошло. А вообще о родительской любви. Вот. А, собственно, как бы она и считается родительницей его, потому что когда Маша, дочка бабушки Елизаветы, умерла, то она взяла его на воспитание, Мишу, и как бы всю жизнь воспитывала его, поэтому она его любила до безумия. Вот эта безумная любовь родительская, кто знает, к чему она приводит, надо посмотреть наш спектакль. А вы исполняете роль? Да, бабушки. Я играю роль бабушки, да, да. Да, пора уже пришла. Вот название, конечно, интересное. «Путь левой руки». Да, «Путь левой руки». А почему так назван спектакль? Приходите сегодня, посмотрите. «Путь левой руки» – это, знаете, это когда люди занимаются спиритизмом, гадают и пытаются что-то такое изменить в судьбе ближнего человека. Вот я почему и говорю, что бабушка очень любила, она пыталась гадать, она пыталась повернуть всю судьбу Миши. И что из этого вышло? Вот эта левая рука, не надо лезть, мне кажется. Бог знает, куда ведет. Он уже все распределил. И не надо мешать. Вот это ни к чему хорошему не приводит. Вот эти всякие гадания, ворожба, спиритизмы всякие. Это ни к чему хорошему не ведет, лично мое мнение. Но я думаю, Михайлова также думала, потому что написала эту пьесу. А с вами на одной сцене кто будет играть? Со мной будет замечательная артистка Наташа Старовойт. Она играет вот именно эту гадалку, которая приезжает в Москву. Бабушка специально вызвала ее из Москвы в Пензенскую, в Тарханы, чтобы та нагадала, погадала ей о Мише, и чтобы та перевернула судьбу Миши. Это играет Наташа Старовойт, замечательная артистка, заслуженная артистка России. Вот она играет эту гадалку мою. Я перед записью почитала вашу биографию. Мне поразило, что
У вас профессия штукатур-маляр. Ну как, да. Как вы стали актрисой? Вы знаете, у нас была очень большая семья. Я ведь уже родилась в прошлом веке. И у нас была очень большая семья. И после войны было очень голодно содержать такое количество детей. И меня родители отправили в ремесленное училище. Это еще до ПТУ. Оно называлось ремесленное училище. Потому что в ремесленном училище одевали и кормили. То есть гособеспечение? Да, было гособеспечение. И меня обеспечили их платьем ХБ, ботинками. Потом у нас было шерстяное платье. Потом у меня была Шанель. У меня был ремень с погонами РУ. И мы еще дрались. Нас называли лапшаедами. Вот, и мы дрались с ремнями, нас учили. Но это все передавалось из поколения в поколение, вот РУшников. Ну, это как детдомовцы такие вот. Вот оттуда я. И когда я училась вот на первом курсе, мы там 2 года занимались, учились вот этому ремеслу. Штукатур, маляр и плиточник я. У меня 3 профессии. Я, правда, сейчас уже забыла, 50 лет прошло, уже не помню. Но белить я могу. Вот, и на первом году мы сказали, что у нас есть дядечка один, мастер один, который ставит спектакль. А он ставил спектакль... как быстро так вспомнить-то я не могу. «Без вины виноватые». Нет, Виталик, не «Без вины виноватые». Как же он назывался, спектакль, где я играла сумасшедшую Галчиху. «Без вины виноватые», да, вот. И мы репетировали вот первый год и второй год, и в конце второго года сыграли. Но я репетировала, мне так хотелось играть. И вот это вот, наверное, вот меня заразило. Я сыграла, потом нас послали в Кисловодск отрабатывать вот эти 2 года. Ну, мы деньги съели-то государственные, надо все это отрабатывать. 3 года должны были отрабатывать. И вот я там совершенно случайно тоже. Вот Бог меня вел по жизни к театру. Совершенно случайно попала на спектакль «Дочь русского актера», который привез театр, самодеятельный народный театр, который был в Кисловодске. И режиссер после спектакля спросил: девочки, мальчики, кто хочет вот участвовать в нашем театре, приходите завтра. И я после работы, после своих штукатурных дел, малярных дел, я помчалась в этот театр, и все. И вот застряла там навеки. А потом тоже совершенно случайно, когда мы показывали наш спектакль в каком-то санатории, потому что это же Кисловодск, это же все Каменводы, в Пятигорске, Синтуки, ну, везде-везде мы играли, по всем санаториям. Мне платили 50 рублей за спектакль, я была богатая ужасно. Вот. И потом в одном из санаториев меня увидел режиссер Пионерского театра. Вот так вот меня поманил и сказал: девочка, хочешь быть настоящей артисткой, профессиональной? Я говорю: конечно, хочу. Он говорит: приезжай. И я приехала. Вот и все. Взяли мне сначала штукатуром, маляром. Ой, господи, прям новым. Взяли меня реквизитором. Вот. И я репетировала спектакль «Власть тьмы», где я играла Анютку 10-летнюю. Я была маленькая, смешная вообще такая. Вот. Играла вот эту 10-летнюю Анютку. Ну, сам реквизитор тащит дрова к выходу, перед выходом на сцену. Солома там у нас была, там все такое. И я потом брала же эту солому и тащила на сцену. У меня вот такая круговая закруженность такая была. И после вот премьеры меня благословили в спомсостав. Я была в помсоставе с окладом 60 рублей. Долго была, 2 года была. А потом вот меня перевели уже в актрису состава с окладом 65 рублей. На 5 рублей больше. Да, мы годами ждали, когда нам повысят. Да, годами ждали. Вот, чтобы долго-долго, и уже потом, когда я уже сына родила, я все еще была на 85 рублей. Да. А потом родила, мне сразу 10 прибавили, 95 стало. Это было потрясающе, это было столько много денег, а это уже было в 78 году. Вот так вот постепенно. Это уже потом стали прибавлять побольше. А так сначала 5 рублей ждали. Но это были большие деньги. Большие деньги были. Вот мы на эти деньги жили. Ничего, нормально. Кормились, потому что рубль можно было растянуть на неделю.
Ну, прошло 50 лет. 50 лет прошло, да. С того момента, как вы пришли в Пензенский театр драмы. Изменился театр вообще за эти годы? И как он изменился? Я имею в виду вообще театр, не обязательно Пензенский. Вообще вот мне кажется, театр. В корень изменился. Что изменилось? Ну, да все. Все изменилось. Не знаю. Вообще говорят, что старики вечно ворчат, да, что раньше было лучше, раньше было не то. Даже Раневскую читаешь, и то. Да, да, что раньше, что все было раньше лучше. Ну, не знаю, может быть, потому что старики говорят, что сами были молоды, и поэтому все казалось лучше. Но нет, я, например, вот очень люблю свой Пензенский театр. Я в него пришла, и я в нем всю жизнь прожила. И когда сгорел наш театр, наш деревянный театр, который в нем столько было намолено, в нем столько было судеб, в нем столько было всего вот этого театрального, что сейчас красивый театр, мраморный, в зеркалах. Но я не могу до сих пор к нему привыкнуть. Он какой-то, ну, я не могу сказать, что чужой, но не мой, не мой. Вот, ну, никак не могу привыкнуть. Это что-то не так. А вообще театр я, конечно, может быть, потому что вот я пришла из ремесленного училища. За 50 лет я уже прошла много студий, много этих самых учителей. Но все равно вот я очень долгие годы стояла за кулисами и училась. И вообще учиться нужно вот хоть тебе там, я не знаю, сколько лет. Ходи и учись. Это наша участь такая актерская. Мы же все обезьянки, особенно женщины. Вот идем, видим, вот это мне пригодится, это мне не пригодится. Это хорошо, это плохо, это я не возьму, а это мне нравится. Да и в жизни то же самое. Ведь женщины, когда идут, они одеваются не для мужчин, а для женщин. Мне так кажется. Потому что пришла на работу в новой кофточке. Мужчины никогда ничего не видят, когда ты покрасила волосы. А женщины сразу видят. Угу, хорошо. А вы много ролей сыграли вот за это время? Вы знаете, я как бы не считала, как бы это самое, не задумывалась об этом, но у меня был бенефис, и на одном, вот на вечере мы сидели, ребята приготовили капустник, и они посчитали мои роли. У нас есть биограф, который вот следит за театром, и он всех артистов знает, у него все есть. И они посчитали, у меня было на тот момент было... Но это было 10 лет назад, у меня было 150. А сейчас, наверное, уже 200 все. 200, если да. Если не больше. Ну, за 10 лет, да. Ну, каждый год, если по две по роли. Да, по две, иногда по три бывают роли. Так что нормально, за 10 лет 30 еще прибавилось. Хватит, достаточно. А ваша любимая роль какая, вот, которая вам запала в душу? Такая. Вы знаете, они все любимые, поскольку роль готовишь 2-3 месяца, и я всегда считаю, что когда тебе дают роль, ты уже забеременела. Вот. И потом ты выносишь это 2-3 месяца, и все равно же это вот ты бережешь ее, лелеешь, что-то думаешь, что-то хочешь, чтобы хорошо было. И поэтому они все любимые, ну все любимые. Любишь, конечно, последних, всегда младшеньких любишь побольше. Сейчас вот у меня вот за последние несколько лет у меня вот господа Головлёвы, которые я играла, мне очень, ну я люблю, надеюсь, еще у нас будет этот спектакль продолжаться. Вот, играла госпожу Головлёву. Затем «Поминальная молитва» Голда, тоже очень любимая моя роль. И потом у меня был потрясающий партнер, который просто... Ну, сейчас он уехал в Израиль, и мы не можем играть этот спектакль, он заболел. Потом вот последний – это, конечно, «Оскар и розовая дама», где я играю бабушку Розу. Вот это вот моя самая сейчас последняя, самая такая любимая роль, которую я обожаю. А вот в роль бабушки Лермонтова вам тяжело было вживаться или нет?
Ну, как-то бабушка, я уже стала бабушкой, как бы я уже к этому привыкла. Но то, что бабушку Лермонтова играть, это, конечно, очень ответственно. Потому что прежде чем ее играть, надо было столько прочитать и вообще все о ней знать. Ну, вот, мне иногда говорили, что бабушка, она такая, как Салтычиха, там всех держала. Ну, не только как Салтычиха. Любовь, чтобы держать дворню, тоже надо иметь характер. А с кем вы играли на одной сцене с известными актерами российскими, и с кем вы были дружны? Вы знаете, это самое, вот раньше, сейчас это не практикуется, а раньше, вот где-то 70-е, 80-е годы, к нам приезжало много артистов. Приезжал и Жаров, приезжал Табаков, Евстигнеев, Яковлев, Костолевский, Саша Панкратов, вот, а с Панкратовым мы вообще дружим, с Черным-то. Он был артистом нашего театра. Он как закончил училище, он приехал к нам, работал у нас в Пензе, но это самое, потом как-то у него не получилось, он уехал в Москву, стал режиссером. Ну вот он сейчас разъезжает, мы очень с ним встречаемся, когда любим друг друга. Любим друг друга. А так вообще сейчас нет вот этой практики. К нам не приезжают люди. А с чем это связано? Ну, не знаю, с чем связано. Это надо у наших администрации спросить. Почему? Мы бы рады с ними играть, но они не приезжают. Вот я читала, что Лев Дуров вам как-то предложил работать в театре на Малой Бронной. Ну да, но да. Но вы ему отказали. Почему? Ну как, потому что и на Малую Бронную, и вот в другой театр меня приглашали, который там где-то на севере. Я все фамилии забываю. Но, понимаете, уезжать в таком возрасте в Москву, когда у меня здесь квартира, у меня здесь поклонники, у меня здесь театр мой любимый. Зачем? Зачем? Чтобы добиться такого результата, как я в Пензе, я не могу сказать, что хо-хо-хо. Ну, чего-то уж у меня есть. Но уезжать зачем? Быть там... Там же артистов 150 человек в театре. Ну, зачем мне быть 101-й или там 160-й? Не хочу. Ради Москвы не хочу. Не хочу, мне и в Пензе хорошо, нормально. Нет, а с Дуровым мы ездили, я ездила с ним в антрепризе, он приглашал меня, мы ездили с ним в антрепризе по разным городам, играли спектакль. Мне вот по секрету сказали, что у вас сегодня день рождения. Да, к сожалению. К сожалению? Да. Я бы хотела, чтобы его не было, потому что такая... От нас вам вот... Спасибо большое. Почти летний букет. Да, это хризантемы, да? Ну, это хризантемы, но в виде ромашек. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. И как вы будете отмечать юбилей? Юбилей? В Пензе, да. В Пензе? Да. Ну, в Пензе поздравят меня. А вообще у меня бенефис 3 февраля будет. Да, да, но ну, сейчас просто невозможно сделать, потому что сейчас щелкунчики праздник. Всякие у нас там, это сказки, и не получается. А в феврале, вот после сказок, будет у меня бенефис, я буду играть Филоменом... Нет, ну ладно, скажу, Филомена Мартурана. Это был секрет? Нет, не секрет, потому что люди сразу начинают сравнивать, и некоторые люди, которые это самое... начинают сравнивать там меня с другой актрисой, которая играет эти роли. Ну, лучше так. Пусть пензенские сравнивают. Ну, вот ждем 3 февраля бенефиса своего. Готовитесь, да? Да, мы сейчас репетируем. Мы репетируем. Хороший режиссер. А кто? Аслан Халилулин. Ансар. Ансар Халилулин. Он хороший, умница. Мне нравится с ним работать. Ну, спасибо, что приехали к нам в студию. Пожалуйста, приходите на спектакль. Поздравляем вас еще раз с днем рождения. Спасибо. Спасибо за приглашение. Да, и желаем вам успехов, и чтобы вечер у вас был постараемся, хороший, красивый. Постараемся. Не разочаровать вас. Спасибо большое. До свидания. До свидания.